В зале собрались ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, действующие офицеры и военнослужащие, а также будущие защитники Отечества, воспитанники военно-патриотических клубов, бойцы юнармии. С предстоящим праздником собравшихся поздравил глава Сучи Анатолий Пахомов. 23 февраля мы вспоминаем тех, кому обязаны мирным небом над головой, возможностью жить, возможностью любить, работать, расти детей и внуков. 23 февраля мы чествуем тех, кто сегодня стоит на страже интересов Родины. Глава Сочи вручил отличившимся знаки за трудовые успехи, а также признание и почет сочинцев. Их получили и те, кто выбрал для себя непростую военную профессию, и те, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи. Благодарственные письма получили и юные патриоты. Добавлю, что завтра в Завокзальном районе пройдет торжественный митинг с возложением цветов и венков к мемориалу воинской славы. Начало в 11 часов.